У Юры Иванова сегодня день рождения. Ребята, это точно, сегодня не вчера. В событии грядущем нет никаких сомнений. Хочу его поздравить фактически с утра. Вот мы к нему гурьбою с подарками, цветами завалимся, и Юра, конечно, будет рад. Он каждого узнает закрытыми глазами. Со школы мы дружили, мне Юра словно брат. Нагрянули мы к Юре, как гром весенний с неба. Он очень удивился, впуская нас к себе. Другая обстановка, давненько я здесь не был. Я Юру Иванова не видел 10 лет. Мы сели, закусили, мы выпили и спели про то, что день рождения всего лишь раз в году. Победу он, как мама, родила в апреле 12-го в полдень, кто помнит, те поймут. Старый друг, школьный друг, он надежней новых двух. Рабинович, Иванов, улететь всегда готов. Марьяна Рабинович по мужу Иванова пешочком до роддома по полю напрямки. Девчоночка вдруг стала свидетелем такого. Старлей на парашюте вдоль матушки реки. И на колхозном поле тут начались схватки. Здесь волей или неволей приходится рожать. Народец понаехал, поставили палатки. В одной из них Марьяна и превратилась в мать. Когда она сынишку кормила грудью впалой, в палатку полевую зашел парашютист в скафандре и без шлема. За ним два генерала, все трое на Марьяну смотрели сверху вниз. Гагарин улыбнулся, представился Гагарин, и мальчика коснулся космической рукой. И Юру космонавта запомнила Марьяна. Она еще не знала, что он первый, не второй. Старый друг, школьный друг, рассказал такое вдруг. Рабинович, Иванов, улететь всегда готов. У Юры день рождения 12 апреля. Гагарин на плакатах и в космосе парад. Я верю, так и было, нет никаких сомнений. Со школы мы дружили, мне Юра словно брат. Я верю, так и было, на поле, на колхозном, 12-го в полдень судьба разобралась. Под солнышком апрельским в компании серьезной отметил день рождения Юра в первый раз. Проверим, так и было, нет никаких сомнений. Случилось совпадение, судьба разобралась. У Юры Иванова сегодня день рождения, и в космосе Марьяна с Гагарином сейчас. Старый друг, школьный друг, рассказал такое вдруг. Рабинович, Иванов, улететь всегда готов. Старый друг, школьный друг, он надежнее новых двух. Рабинович, Иванов, улететь всегда готов. Улететь всегда готов. Улететь всегда готов. Рабинович, Иванов, я всегда готов. Рабинович, Иванов, я всегда готов. Рабинович, Иванов, я всегда готов. Стоит только захотеть, можно улететь, можно улететь, нужно улететь.